Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы покажем вам поистине чудесное растение. Это Петров крест. Вот он. Петров крест чешуйчатый. Вот мы уже, конечно, копаем его корни. У него используются и корни, и трава. Это очень замечательное растение. Во-первых, оно редкое. Его коренья. Почему он называется Петров крест? Потому что его корни сплелись крестом. Но это корень другого дерева. Вот. Растение бесхлорофильное. Оно выходит на очень короткое время из земли и потом уходит обратно. Даже к нему здесь присосалось. Вот. Очень интересное само растение. Когда его впервые видишь, буквально можно остолбенеть от удивления. Вот. Это очень сильное бережное растение. Вот видите, как растет корень. Вот посмотрите. Вот таким крестом. Вот здесь, конечно, грязь пока налипшая. Но мы очень далеко от трассы остановились в лиственном лесу. Этот корень, это растение, вернее, паразитирует на осинах, на лещинах. Любят такие вот места в лиственных лесах. Сейчас у нас сегодня 21 мая. В этом году немножечко поздновато, бывает в конце апреля, но всегда это начало весны. Вот такой вот корень. Видите, он очень легко ломается, очень такой хрупкий. Сейчас я покажу подробнее. Такой вот, такие как чешуечки у него. Кусочки корня носят при себе. Делают из них обереги. Вот. Так, ну вот он не хочет даже ломаться. Такое вот растение. А цветок просто чудесный. Вот мы набрали небольшую сумку, но много-то его не соберешь. Это довольно редкое растение. Так, вот сейчас я покажу еще раз его цветок. Его носят закатанным с воском при себе. Это считается очень сильной обережной травой. Петров крест. Вот мы копаем корни. Тоже нужно приложить немало усилий для того, чтобы его выкопать. Для того, чтобы его почистить, потом помыть. В народной медицине, кстати, он используется тоже. Используются и трава, и корни. Из него делают сок. Можно делать настойку, можно пить отваром. Это в основном он используется при заболеваниях печени и при опухолевых заболеваниях, то есть при онкологии и так далее, и так далее. Вот, вот такое вот чудесное растение, друзья. Петров крест. Вот это он и есть. Заказывайте у нас он самый лучший. Да, совершенно верно. Как вы видите, травы мы собираем сами, копаем корни сами. Поэтому стараемся. Поэтому у нас хорошие травы, хорошие корни. Все, на этом все. Если вам нравится наше видео, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Лечебные травы. Круг здоровья». И, конечно же, на наш YouTube-канал. И всем удачного травосбора, а то меня съедают комары буквально. И всем до свидания.